Новая Армения Никол Пашиняна вчера зафиксировала новый мировой рекорд. Террориста Араяк Хандаяна в последний путь проводили с воинскими почестями. Гроб террориста отдали в руки почетного караула, и парни с честью выполнили свои обязанности. Это были ребята, коллег-офицеров, которых 2 года назад лишил жизни. Вот этот одинокий волк. Что делать, это же непредсказуемая Армения. Вопрос здесь не в личности Араяка Хандаяна. Быть может, он и был для кого-то хорошим парнем, если террориста можно назвать таковым с некоторыми оговорками. Вопрос здесь в ликвидации государства ублюдократии Никол Пашиняна, тотальной подмене ценностей, осквернении общественной нравственности. Хотя в Армении уже, наверное, забыли про такие понятия. Если ты организуешь террористу похороны государственного уровня, это означает, что у тебя больше государства нет, либо ты разрушаешь его. Ибо террорист – враг номер один государства и государственности. Но дело в том, что Никол Пашиняну государство вовсе не нужно, его вполне устроит пастбище для своего быдла, с которым народный премьер-министр восстановит в Армении прямое демократическое правление древних Афин. И, конечно, после этого очень легко будет провести гей-парад в Ереване и в родном селе вот этого одинокого волка. Если общественность толерантно отнеслась к похоронам террориста с воинскими почестями, то она спокойно переварит все, что угодно.